Проходим, проходим, проходим быстрее. Вокруг стола становимся. Согласно традиции спортивного тренировки, на пол каждый из вас может проставиться. Если у вас вспомнить день рождения, но проставиться вы можете только в выходной день, потому что в первом зале тренировок нет. И как раз нужно весело, хорошо попировать, правильно? Да. Сегодня вот вашей красотке исполнилось 8 лет. Тихо. По одному, давай. Говори, что ты хочешь пожелать? Ну что ты хочешь ей пожелать? Не знаю. Ну примерно. Ну день рождения, блин, что ты хочешь ей пожелать? Быть красивой, правильно? Быть красивой. Отлично, давай. Что ты хочешь ей пожелать? Я хочу, чтобы она слушалась родителей, занималась хорошо, учила пятерки и хорошо занималась. Отлично. Что ты хочешь ей наставить пожелать? В лицо ей смотрим, а не на меня. Давай, Андрей. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и... А что это такое? Зачем это делать? И чего ты хочешь пожелать? Чего? Не знаю. Ничего страшного. Давай себе кофе. Ярослава. Ярослава, ты тебе поздравляю. Отлично. Пожелайте что-нибудь такое, прям что-нибудь такое. Давай, поехали. Тоже хорошо. Давай, брат, чего сестре пожелаешь? А я тебе желаю, чтобы ты была добрая и хорошая. Говорит ей и смотрит на меня. Я злой, плохой, да? Давай, давай, Сергей. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего хорошего. Желаю тебе пятерку. Желаю тебе первые места. Первые места. Давай. Тихо, не. Давай, давай, Ниска, давай. Не повторяй, только задумай что-то новое. Волк, давай, пожелай что-то. Хочу, чтобы была красавицей и хорошо занималась. Ну, надеюсь, давай, ты же была. Ярослав, тихо. С днем рождения тебя. Желаю, чтобы все желания были твои. Хорошие, любимые, желательные. Чтобы твое сердце было всегда чистое и красивое. Так, 3-4, с днем рождения. 3-4.